Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Free Davis Play. Мы тут продолжаем играть в игру под названием The Devil and Me. Это одна из частей, из четырех частей The Dark Pictures. В предыдущей серии мы прошли за Марка до конца, никто его не схапал, никто его хапанул. Разделились и потеряли кого? Правильно, потеряли Эрин. Ну ладно. Эрин так Эрин, что поделаешь. Она такая, в принципе, смазливая. Плюс еще и астма, не нужна она нам. Не-не-не. Я бы, конечно, всех сохранил, но... Не. И теперь мы играем за... Кого там? Фрэнка? Нет. Чарли. Чарли, да. Посмотрим, что он не сгорел. Он выжил. Он живучий. Живее всех живых. Так, куртка там валяется его. Это неинтересно. Вот это его двойник, так сказать. Так, тут а... у нас теперь замок. Крепкий. Что за музыка? Ну что ты с ним не сделаешь? Да хорош, по ушам бьет. Открыть, да? Да, валим. Валим, валим, валим на гелике. Я передумал, закройте дверь. А, да чтоб тебя. А что у тебя есть? А, ничего нет, ни фонарика, ничего нет. Короче, что тут? Тут просто коридор, что тут толку тут лазить что-то. Открыть, ясно. А вот еще дверь. О, это открывается. Душевая. Ну да, душевая. А смысл умывальника и душа? Ага, причем рядом. Вы поставьте здесь. О, вот след сразу есть. Опа-на. Опа-на. Что интересно. А ну-ка. Тьфу ты мне. Я думал пистолет. Одна. А не, не одна. Золотая, что ли, какая-то. А что тут? И шо? И шо? Так много информации. Хорош меня пугать. Я и так пуганый. Пустить? Нет, не хочу пока. Вот теперь пустить. Может забаррикадировать? А нет, нет смысла. Давай, 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 давай. У одёга, давай оденем одёгу. FBI! Все. Оу. Это все-таки этот самый. О, значок. Федеральное бюро расследований. Министерство юстиции. Давай еще раз. Не? Ну, ладно. Все-таки это... Как это? Мюллер. Подлюка такой. Найти выход из мастерского. Я бы, конечно, с удовольствием, если бы хотя бы я что-нибудь видел. А о, щитовая. Ну, залазь. Отлично. Нет, не надо. Я все сделаю. Это что этот, который тюкнули мы? Да? Ну да. Кто-нибудь! Помогите мне! Это муляж. Я не чувствую. Сраный муляж. Боже! Ой. Нет!
Как у него так башка двигается, я не пойму. Он же пластмассовый. Они... ничего плохого не сделали. Оставь их в покое. Мы сделаем, как ты скажешь. Кто они? Нет! Не надо! Я все сделаю! Больной чувак, конечно, ничего не скажешь. Так, ладно, что еще тут есть? О, прекрасная. Прекрасная могила. Это типа взаимозаменяемые части. Рука должна быть такая длинная, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А, это сверху кожа у нас. И сухожилие получается. Хренас. Тут так это самое, недалеко анатомию выучить, опочки. И там двенадцатиперстная кишка, легкие и все остальное. Фу. Тут ничего. Я так понял, отсюда, да, надо валить. Какой-то конвейер. А мне надо самое туда. Я понял, что нельзя. Ворнинг так опасно. Но что поделаешь. Колы, оно прекрасно. Прыгай. Ух ты, главное, башку трясти. Опа, тут. Этого я не ожидал. Ты шо, самый последний момент. Спрятаться, лезть назад. Нет, спрятаться, какой назад, ты чё, нас выкинут. И все. Знает, как лазить надо. Спиной к стене. Пальчики на готове. А то он услышит там меня. Открытка или что? Не, ну честно, да? Вот он меня услышит. Там тарахтит все, как не знаю кто. Здорово. Кейт. Комната наблюдателя. Комната наблюдателя вообще-то. Наск. Да че ты орешь? Это я. Иди сюда. Ай, открыть. Слава богу. Отвертка открыть, не? Как-то что открывалось? Что это за херня?
пещера извращенца. Он извращенец. Это комната с прозрачным зеркалом. Мерзкий Дюме следит за нами и ныкается между стен. Это не Дюме, это Мёндай. Я кое-что выяснила. Что? Мужик на пароме. Это был не Дюмет. Его зовут Джозеф Морелло. Он пишет о маньяках. Я нашла его книгу. И что он тут делал? Не знаю. В одной из комнат я нашла труп. Женщины. Ей отрубили голову. Это жена Джозефа Морелло. Я видела ее фото. Ее звали Мишель. Значит, мы тут не первые. Ты видела Марка? Последние. В каком-то смысле. Он был на одном из этих мониторов. Слава богу. Я так за него боюсь. Но еще я видела, как Дюмет тут бродит. Какой Дюмет? Тебе же сказали, это не Дюмет. А, ну да. Это ж не он и ехал. Опа-на. Опля. Вот это ты зря, конечно, не закрыл дверь. Охренеть. Не говори. Что это за место? Тут видео с камер. Все для записи звука и пульт под кучу микрофонов. Он за всем следит. Не только. Тут пульты от всех систем. Гидравлика, электрика, полный фарш. Отсюда можно управлять всем домом. Сколько всего этажей? Здесь центральная точка. Она связана со всем домом. Три. Да? Чарли говорил про расщепление личности. Как будто под маской другой человек, который во всем виноват. Думаю, Чарли так сказал, потому что не... Смотрите. Кто смотрите? Она одна тут. Вместе с тобой. Что смотрите? А, это что типа могла... Это? Мужик, которого убили. Это, наверное, могла это самое. Это был трюк? Вот вам и смотрите. Эрин живая могла быть, да? Но был ведь парень в желтой одежде. Вещи таскал. Думаю, это был Дюмет. Неразумно считать его просто психом. Мне кажется... Он полностью контролирует свои действия. Просто он спокоен, в отличие от нас. Поэтому он псих. Это он шо? Следил за нами все это время. А, где кто находился? Марк недавно Чарли, был в подвале. Пич. Понятно. Психи действуют импульсивно. Посмотри вокруг. Он методичный. Это не безумие. Нет. Значок. Полиция Чикаго! Мистер Мёндай, это полиция Чикаго! Чикаго. Откройте дверь! Мистер Мёндай, это офицер Стэнли из полиции Чикаго! Сэр, вы меня слышите? Агент Мёндай! Агент? Блять! О! Диспетчер, это офицер Стэнли. Мне нужна помощь. На 50-й улице Уэст, дом 8. Скорее! Я в квартире агента Мюнде. Здесь кровь повсюду и еще труп. Пришлите подмогу. Кажется... Все. Нет офицера. Лапти. Ля, какая клава, интересно. Маска на лице — это посмотреть, часть представления. Нет. Возможно, у него есть комплексы, и маска придает ему уверенность. Комплексы? Компьютер без типа видеокарты. Низкая самооценка? Он стесняется людей, или мама его не обнимала? Наверх или вниз? Пошли вниз. Проблемы в семье — довольно частый фактор. Но у него вполне мог быть хреновый отец или дядя. Любой взрослый, по сути. Ничего себе пролетов. Что так много? Это ж 1,5 этаж. Не первый, даже 1,5. Что это? Ну открывай давай. Ля, какая тетрадь. Здесь. Здесь все мои данные. Боже. О, досье. Феримен. Что за феримен? Феримен?
Понятно. Ты ж надо было сильнее шлепнуть. Чтоб аж пыль полетела. Это тех, кто... Те, кто живет, да, получается? Или шо? Не пойму, ладно. Это что такое? Это под... Да ёпты, те, кто был. Джон Коллинз, ну да. Те, кого он по это сам почикал. Мы не первые, так ведь? И вы не последние. 38 лет, Коллинз. Энри Коллинз. Бумажка. Опять такой же самый. Тот же самый почерк, да? Да. Мыши поначалу казалось возбуждено. Становилось все больше взбудораженное редко. Он так ни хреново пишет, слышь. Может это этот самый все-таки не Мюнды? Может реально Дюмет? Все, да, мы пошли наверх. Слышал звук такой, чти. Это, наверное, походу Винчак, наверное, запустился, перезапустился. Ты читала наши материалы? Не, я только свет ставлю. Тс. Мне кажется, я права. Забитый ребенок, много гнева. В сознательном возрасте он либо супер успешный, либо лузер. Никаких полумер. О, я думал, это он. Не пугай меня так, ёпарасы ты. Охренеть. Так же можно и кони двинуть. Опа-на. Открой-закрой, да? Типа пульт. Что опа. Это? Давай послушаем. Нажимай. Мистер Мюндей, это Прайс из пансионата Сумеречная Прерия. Никак не могу до вас дозвониться. Мы... Я знаю, что вы записываете голос твоей матери. Ну и ладно, короче. Шапка. В особенности некоторые выражения. Убедительно просим прекратить делать записи как можно скорее. Ля, именно костюм вообще. Ему нравится чувствовать власть. Особенно над женщинами. Пусть так, но почему? У многих людей трудное детство, но они же никого не убивают. Как насчет одержимости Генри Холмса? Здорово. Дюмет его копирует. Он явно отождествляет себя с Холмсом. К пульту. Тут ничего, там ничего. Может, это нам пригодится? Да, поехали. Чтобы убрать решетку в вестибюле. Сюда! Сюда. Смотри, тут фальшивые стены и прочая хрень. В этом доме все не настоящее. Он управляет им отсюда, это фабрика смерти. Все так. Используем это против него. Нужно найти Марка, а не играть с Дюметом в игры. Запрем Дюмета, и тогда сможем искать Марка, не опасаясь за свою жизнь. Но... Короче, так. Он где-то здесь. Заманим его в эту сторону, и тогда зажмем его между этих двух стен. Выйти он не сможет. Будет сидеть. Не ладно. Шутите, это его дом. Но как сделать, чтобы он вообще туда пошел? Одно из нас придется... Быть приманкой. Нет, нельзя. Нет. Слишком опасно, Джейми. Значит, пусть гуляет? По-моему, это даже опаснее. Не спорь. Второго шанса не будет. Как ты раз план мой, самое? Я пойду. Как скажешь, но... Если что-то пойдет не так, беги со всех ног. Понятное дело. Не. Ей можно отбиться в случае чего. Возьму ее с собой. Вдруг пригодится.
Опять курс изменил. Вот это все на все отвертка, еб ты в чё? Ладно. Не, я, конечно, понимаю, там с ружьем нападал, что он там. Можешь штрикнуть его. Погнали. Следуй плану. Само собой. Как нам выбираться? Да, как то не... Третий этаж. Похоже, не доделал. Как он назывался? Тони Старк говорил. Будь готова. Следуй плану. Следуй надо плану. Так подгадать, чтобы он не, застрял. Придерживайся. Придерживайся плана. Придерживайся ладно. Плана. Была не была. Ху. Ху. Как всегда. Все темно, фонарь ни хера не работает. Давай. Лихтарик. О, лихтарик. Пошли, короче. А что там, подожди. О, тут что-то было. Что-то было. Опять монета. Опять монета. Это монета. Один. Ну, два. Что такое, что угол попал? Прямо по коридору. Правее. Стой. Это просто картина валяется. Здрасте. Никого? Никого. Она... Шо? Ты раньше не могла что-то говорить? Что ты будешь, сука? Денежка, та за яйца. Ничего, никого. Ну и ладно. Ты открываешь. Ну... Блять! Тю. Твое отражение, что там такого? Еще комнаты. Угу. Mm. Фу ты, бля. Фух, эти скримеры меня доведут. Так, это сейчас мы должны его привлечь и бежать. Очень быстро бежать. Главное не споткнуться нигде. А что там? А, ничего. Опа, здрасте. Отлично. Так, надо будет там поаккуратней. Давай, поехали. Иди он. Тут закрыто. А, соседний, наверное. Давай. Черт! Черт, побери! Ну все, вперед! Ну все. Давай, давай, беги. И главное, не споткнись. Опа! Есть такое дело. Опа, нормально. Добежать. Нахер блефовать, ты что, с ума сошла? Вот так близко. Ничего ж не было, я ж не нажимал даже. Давай закрывай. Закрывай! Ну, закрывай! Нет, нет, погоди! Чу-чу-чу-чу.
Как неожиданно-то, а? А куда там справа вообще-то там была эта самая стена? И что за прикол? Нет! Это какой-то бред. Там стена была. Джейми, беги! Ёпты, вдвоём бы навалили и закрыли. О, господи! Блять. Козел. Та ёпарецеты, сука, можно? Понятно, сейчас начнется дележка. Куда тебя? А ты куда? Джейми! Джейми! Ну это пердец. Стой! Черт! Что это? Кнопка, ё. Кнопка. Тут знак разворота. И зачем? Сейчас узнаю. Нет! Давай, штрикай. Сука. Говно. Падла. Уйди! Уйди! Угу. Да-да-да-да. Да-да-да. Джейми! Кейт? Похоже, если нажать кнопку, стена отъедет. Хочешь сказать ко мне? Да, если не нажму, меня раздавит. Стой! Знаю! Если я нажму, тогда раздавит тебя! Ебанутый Дюмет! Он этого и добивается, чтобы ты выбрала, кто из нас умрет! Прости! Прости меня! Я не хочу умирать. Хватит с меня этих игр. Я не хочу умирать. Хватит с меня. Я не хочу. Хватит с меня. Нахуй. Я не играю. Я так не могу. Я не убийца. Не-не-не. Ну ты же сказала, что... Ну нет. Ну, что... Зачем нажимать на кнопку? Сказала нет, значит не все. Джейми? Я не буду. Хватит с меня игр. Скажи всем, это мой выбор. И если сможешь убить Дюмета, убей. Обещай. Я обещаю. Нет, черт, боже мой. Джейми! Спасибо! Спасибо! Живи, Кейт! Где смерть? Здорово. Какой сокрушительный финал. Чё? Джейми не нажала кнопку. Она решила спасти Кейт ценой своей жизни. Похвально. Люди иногда могут удивить. Джейми решила не спасать Эрин, хотя могла бы. Бросила умирать. Медленно и мучительно задыхаться без воздуха. А вот Чарли отлично проявил себя. Выжил в печи и обошел все преграды. Но надо же! Честно, если бы я выбрал бы Кейт. Не, выбрал бы Эрин, да? Моя недавняя подсказка вам помогла. Кейт бы умер бы или нет? Умерла точнее. Хотите еще одну? Давай. Вы читали «Долину страха»? Последний роман о Шерлоке Холмсе. Один из лучших. Так, посмотрим. Даже не слышал. Искушение строить предварительные версии, основываясь на неполных данных, губительно в нашей профессии.
чушь. Что ж, вам пора. Надеюсь, эти беседы полезны. Не хочется, чтобы они вас напугали. Не, я понял эту суть. Слежу за вашими успехами. Но все же чушь. Как всегда. Как всегда. Слежу. Внимательно. Внимательно. Ты ворона вообще, иди, лети отсюда нахер. Чё? Отверточка. Ох, ты ж гребаный пиздец. Вот так вот. Идем. Вот тебе и отвертка. Не зря. Спасибо. Оставил. Да, респект чуих. Пошли. Кто там, Марк? Слышишь? Да ну нафиг! Блять! На улицу выбросил, да? На улице! Или нет? На улице же, водосток. Да, на улице. Давай, быстрей! Окей. А чё я думал, Мэри? Мэри-то вообще в тех других частях. Ого, ножик. Главное задом к стене. Вау. Ух ты. Ой-ой-ой, вы хоть предупреждайте. Ого, как-то побежала. Пейники. Отвали от меня! По фейсу. Ты попрыгнула или что? Теперь главное не пёрнуть. Дышим. Два... Три и четыре. Блять, дыши. Дыши. Что это такое здесь дело? А, кристалл. Так, тут нормально, тут медленно. Оу. Вау! А где эта чувиха? Чё она не помогает? Ой-ой-ой. Чуть не профукал. Да ёпты, сколько можно. Хорош. Дидрить близко было. Хопа, никого нет. Мышка. Thank you.
остаться, бежать. Бля. Побегу. Вот так, годится. Спрятаться, бежать. Нагнулись. Шок. Тихо. Да ну, в баню. Пошел ты. Тут. Как же близко все. Ай, я не успел. Ай-яй. Что-то я успел, ну да ладно. А может, не успел. Там же проверните, посмотрите. Где чертова темнокожая? Все. Ну чё ты сидишь, ёпта, сделай что-нибудь. Джейми, прошу, помоги! Помогла. Ёпрессете. Она уже бежала. Помогла, блин. Вот это помощь. Сука, ты еще и живой, ну. Почему маньяки такие живучие, а? Блин, помогла ей. Ба, лабиринт. Я думал, за маньяка буду играть. Хе-хе. Ну так стал. Берем, успокаиваемся. На бане брать. Куда? Там была картина где-то. Куда идти-то? Блин, ну... Джейми, ёпарасы ты. Помогла так помогла, ничего не скажу. Другого пути нет. Да ясен хер. Немножко это самое подочковую. А, это лабиринт. А когда-то был миленький садик, наверное. А, вот он, выход. Да ты можешь поднять немного? Ну и грязища. Ебать, тут можно блуждать немерено.
часов. Тупик. Не, не тупик. Седло пони. Он там? Там кто-то есть. Ох, хитрить вот. Цитиль. Сесиль. Диар Курт. Кто-то умер и погиб. Ля, слышь, пивбар. Ну, бар. Это центр получается. Там дорога есть, да? А, сюда залезть можно? Или нельзя? Понял. Аж. Ну и шо? И толку. О как. У него столько всякой ерунды. Это что, молоток? О, рычаг, слышь. Берем, это пригодится, значит. Правильно? Где-то что-то надо будет нажать. Контрольный щиток надо включить. А как его включить, контрольный щиток? На тебе пальцем. В небо. А есть какой-то определенный этот самый шифр. Не пойму. Да не, бред какой-то. Назад. Так, давайте-ка начнем с того, что нужно идти по вот этим кабелям. Кабеля уходят вверх. Пошли обратно. Так. Потом кабеля идут туда. Ой, ёпресете. Потом кабеля уходят туда. Ага, о. О, фон. А как выбрать? Ага. Да, ткни его. Вниз. Осмотрите
контрольный. Не щит. Чуть не обосрался. Звуки какие-то непонятные, вообще охренеть. Тут и сюда и бегаешь, а сумасшедший. Вау, закрутился, завертелся. Заблудился я немножко. Сюда? Да, сюда. Ну давай. Шо? Утыкай. Такой разгон взяла. Выключись нахуй. Ага, хер. Ничего себе. Вот это да. А спрыгнуть можно отсюда? О, да, другой. Прыгай. Ля, потайной бар, вот это прикольно, конечно. Ничего не скажешь, что тут? Газетка, да? Ху-ху, старых времен вообще. Доброе утро, Чикаго. Мы начинаем со срочных новостей. Сегодня полиция Чикаго подтвердила, что тело мужчины, найденное во время пожара на заброшенном складе в районе Фултон-Ривер, принадлежит пропавшему агенту ФБР Гектору Мюндею. Мюндей был идентифицирован как убийца по прозвищу Филер, чья недавняя серия убийств вселила страх в сердца жителей Чикаго и окрестностей. Умер, значит, все-таки это Дюмет. Представитель полиции Чикаго подтвердил, что Мюндей убил 4 человек, в том числе офицера полиции Патрика Стэнли, ветерана с 22-летним стажем, погибшего вчера вечером. Пожар удалось потушить приблизительно к 5 часам утра. Тело, найденное на месте преступления, сильно обгорело, но полиция опознала Мюндея по слепку зубного ряда. Охренеть. Мюндей, значит, получается, погиб. Ну, короче, пофиг, умер там. Значит, это Дюмет все-таки. Сука. Конченое чудо. Опять монетка. Откуда у вас столько монеток? Я же бесконечно же миллионер. Колено глюкает, то значит оно глюкает. Пошли. Ох, ты промахнулся немного. Сейчас хватит за шкирку. О, винный погребок. Надо бухануть немного. Блин, жалко, что Джейми погибла. Надо было, чтобы она бежала. Так потом бы это погибло. Вот это фонарик у нее, охренеть. Выберись из сада. А если туда пойду, нельзя? Выберись из сада. Бери да уходи. Логично. Это что, туалет? Карл Хэл. Курт. Курт Хэл. Холл. Шо. И чё? И смысл? Мне так вообще интересно. Оружие какое-нибудь дали. Пистолет. Нож, в конце концов. Трубу. Отвертка жалко упала.
теперь не будет никакой защиты. Отвертки нету, все улетело. Все пропало, шеф. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем здоровья и удачи. Всем пока.